Говорит Москва. Вы знаете, по фильмам, книгам была с фашистами война. Чтоб справиться с нацистским игом, объединилась вся страна. В те времена она не знала волшебного телеэкрана, но радио тогда спасало. Вы слышали про Левитана? Деревни, села, полустанки от Левитана узнавали, как шли в атаку наши танки, как пехотинцы наступали, как ждали люди новостей о том, что наши побеждают. Ты у прабабушки своей спроси, она об этом знает. Как сельский громкоговоритель людей тогда объединял. Шофер ли, врач или учитель от Левитана узнавал, что прорвались мы через реку и что врага разбили в дым. Всем очень близким человеком стал диктор, будто бы родным. От Бреста и до океана звучали важные слова. Все ждали голос Левитана и фразу «Говорит Москва!» Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот!